Всем привет! Около недели назад приехал на работу в новую каденцию. Сейчас нахожусь в Бельгии, недалеко от Монца. Стою в выходные, нашел место возле канала, обалденное, дальше покажу. Выдали мне, или как, получил новый автомобиль DAF XG. Ну, дальше смотрите. Вот такой вот аппарат, так называемый Шрек. С электронными зеркалами. Если честно, сильно не хотел садиться на эту машину, так как очень много слышал про эти зеркала. Вот так вот они выглядят с салона. Ну, думал будет, как говорят поляки, массакра. Ну, вообще ничего совершенно я не знаю. Ездил неделю, мне все нравится, я всем доволен. И машина очень просторная, как бы, блин. Ну, минуса, конечно, есть свои. Скажу так, плюсов больше, чем минусов. Ну, вот, кровать большая, все. Например, верхняя полка тоже большая, очень много чего помещается. Ну, то, что не нравится, шкафчики сделали меньше, чем на старом DAF-е. Ну, есть там по мелочухе всякие дела. Ну, а так, машина огонь. Ну, честно сказать, мне нравится. Вот на панели очень много места, столик большой, как бы. Из минусов еще есть, что в розетке только 12 вольт. Раньше как бы мог контролировать аккумуляторы, у него есть такой специальный прибамбас, что показывает сколько вольт. На данный момент этого делать не могу. Вот стою возле канала, прям несколько метров от баржи. Вот такое вот экзотическое место. Вот тут я, получается, как раз стою тупиковый, канал идет, дальше тупик. А там как бы Т-образный перекресток, и вправо и влево канал идет. И по над каналом с двух сторон велосипедные дорожки. Вчера уже все обкатал, все объездил. Вот коллеги стоят напротив. Говорят, что тут постоянно стоят. Очень классное место. Тихо, спокойно. Ну, уже сам в этом убедился. Позавчера в Германии загрузился целую машину напитка. Везу вниз Бельгии, недалеко с границы с Францией. Это полная машина, такого напитка идет. В прошлую каденцию, кто меня смотрит, я месяц проездил без велосипеда и потом не выдержал, купил обыкновенный полноразмерный. Ну, так как иногда меняются прицепы на этой фирме, нет палетников, отвез домой и себе купил такой вот Диво. Раскладной велик, в сложном состоянии, занимает очень мало места. Теперь он живет на спальнике на верхнем. Нормально там помещается, как бы. Сейчас покажу в сложенном состоянии. Вот так, легким движением руки. Вот и все. Такой вот велик. Вот, по-моему, довольно-таки неплохо. Ну вот и все. Что хотел показать, показал. На этом буду заканчивать свое небольшое видео. Всем добра, мира, удачи и всего самого наилучшего. Пока-пока.